Доброе утро. Лазаревская, 8 утра, 10 февраля. Как видите, снега пока достаточно, но тем не менее он активно тает. Во дворах уже лужи, а здесь я немножечко народ утоптал снег. Пока еще лед. Сегодня будет тоже солнечный день, судя по всему. Ну, вон с элементами тучек, таких снежных достаточно тучек. Сейчас я попытаюсь прокатиться на своей машинке. Буду добывать ее из снега, а заодно и посмотрим, какова температура воздуха. Чуть-чуть я не успел, сосед подъехал, сзади поджал. Выезжать будет сложно. Итак, 3 дня и 3 ночи стояла она, как говорится. Отдыхала. Мы будем выбираться. Сейчас, пока она будет пробиваться, я уберу все снега, а мы с вами... Вот, теперь знаем, что температура воздуха плюс 2 градуса сегодня с утреца. Встретимся на море. Итак, я прибыл на море и наблюдаю тут такое редкое явление, что-то напоминающее радугу. Скажу я вам, не знаю, видно вам или нет, но где-то там, вот прямо, реально как будто бы радуга начинается. Такой вот столб стоит из моря. Но боюсь, что камера вряд ли поможет мне передать вам эту красоту, поэтому обратим внимание на море и на горы. Вон там, вон в горах, в стороне Туапсе еще лежит снег. Ветра практически нет. Море светло, каких-то серых, точнее, каких светов? Серо-темных тонов со стороны Сочи. Встает солнышко. Ну, судя по всему, как я уже говорил, денек будет достаточно яркий. Не знаю, теплый, не теплый, а яркий уж точно. Снег весь растаял. На пляже уж точно. По тротуарчикам пока ходить очень неудобно. Там, где народ натоптал, я уже об этом, кажется, говорил. Вот такой вот у нас сегодня утро в Лазаревском. Не скажу, что очень теплое, но нормально. Бывало и хуже. Так, не понял, там что, пловец, что ли, собрался? Какой-то вроде бы нет, а вроде бы да. Да, вон наши мужички, которые иногда плавают нагишом один, он уже залез. Он уже в воде. А второй мужчина в нижнем белье только планирует посетить море, океан. Так что вот так купается уже с утра, но я думаю, что вы сами заметите всех прелестей, как говорится. Далековато. Всем доброе утро. Жал грузить вам лента ролик. С утреца пораньше. Да, я напоминаю, попозже будет ролик про снег. Где он начинается и где он заканчивается. Но это для тех, кто не был вчера в эфире. Всем пока.